В Северной Осетии появится крупный спортивно-развлекательный комплекс. Его создание входит в проект реконструкции стадиона «Спартак». Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков на встрече с участниками форума «Машук-2019». На объекте будут проходить не только спортивные, но и культурные мероприятия. По его словам, спортивные объекты в России все сильно загружены и используются не только для проведения спортивных мероприятий. В свободное время они принимают значимые культурные программы и мероприятия регионов. Павел Колобков также рассказал, что федеральный проект «Спорт. Норма жизни» власти собираются реализовывать во всех субъектах Северного Кавказа. Он рассчитан до 2024 года.